Запоминай цвета. Кызыл, кызгылт сары, ешел, ок, зенгер, сары, суры, шебеха. Готово, пока. Что, дальше хочешь? Ну, давай потренируемся. Что будет, если сложить красный кызыл и желтый сары? Раз, два, три. Кызгылт сары. Да-да, красновато-желтый. Удобно, да? А если соединить зеленый и красный? Раз, два, три. Сары. Надеюсь, вы правильно ответили. Теперь про любимые цвета. Допустим, тебе нравится модный в этом году фиолетовый. Надо сказать «Минша мяхатусный яратам» – «Я люблю фиолетовый». Или «Минша мяхатусный яратмин» – «Я не люблю этот ваш синтез красного с синим». Еще расскажу про «рак рек». Это значит «более». Синий – «зенгер», более синий – «зенгер рек». А самый синий – «инзенгер». Да, почему-то здесь татары решили окончание не использовать. Так что запоминай – «самый» – «инь».